внимательно вас слышим. В связи с чем? Сначала проверим документы, потом будем заниматься тренировкой вашей. Ну, документы вам необходимы в рамках операции, для процессуальных действий. Ну, вас остановили на стационарном посту ГАИ. Ага. Для проверки документов мы не сможем остановить любой автомобиль. Угу. Он у нас действующий пост. Конечно. 185-й регламент от 2 марта 2009 года. Что за 185-й регламент? Вы не знаете, 185-й приказ от 2-го. Это приказ. Да. Я сейчас вам не регламент. Ладно, хорошо, давайте, да, раз с буквы закона, да, с буквы закона. Будьте любезны, в соответствии с пунктом 2.4 правил дорожного движения Российской Федерации, можно ваше служебное удостоверение? Да. Да. Капитан полиции Скороходов Андрей Николаевич. Это 6 апреля 2020 года. Очень приятно, Андрей Николаевич. Меня зовут Денис Геннадьевич. Фамилия Таташвили. Вот. Александр Николаевич, вам необходимо документы проверить в рамках стационарного поста. Что предусматривает не у нас... Не то, что в рамках стационарного поста. При остановке на стационарном посту для проверки документов другого транспортного средства имеем право. Позвольте, я закончу свою мысль. Да, да, имеете право, но я привык оперировать нормами действующего законодательства и хотел... Это вот, очень прекрасно. Да, хотел вот именно отослать на 63-й пункт, 10-й абзац 185-го регламента от 2 марта 2009 года. Ну, административного приказа. Вы же его знаете, хорошо. Из данной нормы 10 абзаца следует, что вы имеете право проверить документы на транспортное средство, в связи с чем я их вам сейчас предоставлю. Очень был бы рад. Да. Возьмите, пожалуйста, свидетельство на транспортное средство. Водительское удостоверение. И страховой полис. Позволю себе заметить, время бежит быстро. Да. 29 апреля закончится, да. Страховой полис. О, слушайте, забудьте. У меня, да, водитель, он внимательно, он смотрит, да и я контролирую на всякий случай. Ну, и, а теперь... и в декабре месяце закончится срок вашего водительского удостоверения. Да, да, спасибо, что напомнили, тоже смотрю. Потому что очень большие сейчас штрафы, извините, по этому поводу. Прошу прощения, подождите меня. Да, конечно. Счастливого пути и всего хорошего. Я думал, мы тренировочку померим. Так хотел, чтобы вы меня оформили по 12-5-6-3. Прим-1, КУАП, РФ, да. Ладно. В другой раз тогда, да? Давайте, счастливо. До свидания.